В Тверской области не дали погибнуть лосю. Животное провалилось под лед реки и около 4 часов провело в холодной воде. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях в группе «Подслушано» в Весьегонске. Его случайным образом увидел Александр Алексеев при патрулировании акватории реки Малога. К тому моменту зверь совсем обессилел. Лося вытащили с помощью веревки и катера на воздушной подушке. Вытащили лосика из полыни. Дай бог ему здоровья. Может, сейчас отойдет и пойдет дальше жить. Благодаря бдительности Александра Алексеева и неравнодушию всех участников спасательной операции лесного великана согрели, и он благополучно вернулся в свой сказочный зимний лес.